Привет, ребята! Сегодня с утречка сбегал в катку, записал ее, но мои родненькие спали, поэтому без голоса и решил отдельно озвучить. Посмотрим, что выйдет из такого формата. Первым делом самолеты взяли сразу меч. У нас план на Дрейвена с утречка. Прям захотелось мне собрать Дрейвена. Чуть увеличиваю громкость, чтобы было слышно, как мы их будем шлепать по заднице топорами. Топорами, знаете, вот этой вот стороной, которая такая плоская. Будем так по заднице... Вот так и будем шлепать. Так, залетает нам куча голды. И в этот момент, ребят, я понимаю, что я пролетаю, скорее всего, с предметом. И это грустно. Это очень грустно. Я считаю, что риотам этот момент нужно убрать вообще. То есть несоразмерно получить там 6, 7, 10 золота, даже 15 золота я не согласен отдать за предмет. Это несоразмерно. Дайте мне лучше предмет. На старте прям вот терять предметы, это очень обидно. Есть удирка второй. Сейчас я просто думаю, вот что мы можем доставить на этот стол, чтобы нам полегчало, и кто может быть оруженосцем Дрейвена, кто может выполнять роль Дрейвена пока что. Доставил какой-то непонятный жир. Пока что это вообще не похоже на сборку через Дрейвена. Сегодня у нас такой дождин, ребят, шел ночью прям в окно, что я вообще не выспался. Прям всю ночь он барабанил по окну. Лондон тоже крутился, спать не давал. Я как будто бы, знаете, где-то в море был. Такой ветер еще, знаете, как будто прям волны по окну так. Еще бы подкачивал кто-нибудь, вообще было бы кайф. Симулятор морячка. Уже появляется Гикарим. У человека Т2. А у нас заготовочка на Сиджуане Т2 есть. У Дирки отдаем мечик. У Дир отлично справится с ролью Дрейвена пока что на старте. У него хороший урон, есть щиты, он скирмиш, будет скейлить автоатаку. Четко будет. Покушала собака моя. Пёсель. Пёсель поел и занял свой пост наблюдения. Приходит Иришка, отлично. Можно закрывать скирмиши вместе с кошечкой. Кошечка на старте сильная. Кошечка будет получше, чем Ирелия. Почему? Потому что урона немного, а котяра еще и уворачивается, помимо всего прочего. У нее и живучесть большая, и вот с ультимейта там дополнительные вот эти вот тычки магические по 200. Прям очень вкусно. Это третий левел, мы легко с ним справимся. Обязательно смотрите, анализируйте, кто где находится, ребят. Кто где позиционируется, какие у вас есть сильные оппоненты, и следите именно за ними. Можете упустить момент со слабыми, кто там что-то пытается вырулить, кто сидит в экономике, как-то не адаптировать свой стол под них вообще. Взять двоих-троих, за кем вы в этом лобби следите, кто действительно силен. И сфокусироваться чисто на них. То есть вам не нужно в голове держать 7 позиционок. Держите в голове там пока что 2. А со временем старайтесь и 3 держать. Появляется еще один Гикарим. И я понимаю, ребят, в этот момент, что, скорее всего, Гикарим Т2 у меня не будет. Два человека собрали его уже в Т2. И нам, скорее всего, нужно будет при заходе Сиджуани Т2 закидывать предметы именно на нее танковые. Закрываем с вами скирмишочков. У нас есть всадники. В этом лобби пока что меня никто не может убить. Пока что мы самые сильные. Кред отваливается, и Удир сразу меняет свою цель, идет на бэклайн. Кусать керри. Тут сюда один лещ. Сюда один лещ. Сюда лещ. До свидания. Тебе тоже лещ дать, на.
Ходит такой, знаете, как батя раздает чисто. Ну, иди отсюда. Жесткий тип, да? Дирка. Росомаха чисто. Росомаха легенд. Много классных предметов. Я бы на самом деле забрал мечик с удовольствием. Мечик уходит. Лук. Лук, ребят, на самом деле нужен лук. Прям очень сильно нужен один лук. Этот лучок уходит. Ну, я понимаю, что это тролль. Я бы забрал этот лук, но... Я понимаю, что он сам хотел забрать этот лук. Просто троллит меня. Я тоже сделал вид, типа, лук мне и не нужен был, чтобы не доставить ему удовольствия. Типа, вот я смог. Я смог смогой расстроить. Сейчас тебе. Я так расстрою, тебе мало не покажется. А приколитесь, я вот сижу такой вот гнилой, думаю, там, вот он хотел мне как-то там поднасрать, а на самом деле он хотел мне реально предмет отдать. Ставлю немножко в стороночку своего удира, но и не хочу, чтобы он танковал. Закидываю его назад. У нас есть плотная сиджуани с горелкой, это на самом деле замечательно. У нас сразу два предмета, максимально эффективные, урон, горение, дефы, все, что нужно. До десятки отдаю олафов, и у нас экономика уже складывается из 4 побед и дополнительно с 10 золота плюс 1 золото. Дальше вот обратите внимание, в лобби есть один оппонент, у которого, который полыхает, и с которым мы должны встретиться. То есть мы тоже полыхаем, мы никому не проигрывали, мы должны с ним подраться. Здесь сейчас будет интересный момент позиционки. Вот Клет, имейте в виду, он, как уже вот ранее обратили внимание, он снимает с себя фокус, поэтому я немножко перекидываю в сторону свою позиционку, и таким образом мы с вами заходим просто в бэклайн ему сразу же. А Гикарим остается по центру. После того, как Кледу пробиваем щит. Клед минус щит, и Удир его просто обходит и идет бить бэклайн. Вот имейте в виду, когда какая-то очень сильная фигура стоит по центру, ваш керри-милишник может вот так вот по стеночке аккуратненько пройти в бэк. Если вы правильно выстроите свой фронтлайн. Фронтлайн должен смещаться вперед. То есть вы продавили вот этот бачок, фронтлайн смещается вперед, можно сказать, обнимает вот эту вот жирную фигуру, которая стоит по центру у оппонента. А ваш керри заходит по границе карты в бэклайн и начинает там просто всех резать. Теперь вот у нас есть еще один полыхающий аметист. Нам нужно фокусироваться на его сборке, смотреть, что он делает, и думать, как нам его убивать. Перчатка пойдет неплохо. Лулушку сразу долой, 30 золота, пятерка еще... И 5 у нас серия из 5 побед. Это максимальная прибавка, плюс 3. Итого 6 золота дополнительно с вами лутаем. И рели это 2, прекрасно. Жирная, вкусная фигура, которую следует оставлять для Дрейвена. Вот фронтлайн и дополнительно легионеры. Это скорость автоатаки, это сустейн. Сразу же пробегаемся, смотрим, кто где позиционируется и как. Тут, видите, есть дополнительно на фронтлайне такой момент. Если вы ставите своего керри-милишника на фронт, вас может просто Нунуха шотнуть. Это я показал как раз Нунуху под конец. Под него так тоже подготовился морально. Поэтому таких вот керри, как там Ясу или Джакса, если они прям не супер-монстры сильные, лучше на первую линию не ставить. Закиньте на вторую линию, пусть дерутся вторым номером. Немножко мы тут отдали, конечно, голды, чтобы апнуться, но оно того стоило. Сохранить серию плюс усилить стол. Это здорово. Аметист, рассказывай, показывай, что у тебя есть. У него есть просто Т2 Гикарим, ребят. Этого было ему достаточно, чтобы выйти в лейт.
Т2 Гикарим с дефовым предметом. Так что не игнорируйте эту фигуру, это очень сильные ребята на старте. Всадники очень сильны на старте. Вообще дефовые предметы смотрятся на старте, ребят, замечательно. Бармоги, горелки, горгульки, это все прекрасно. Это все шикарно. Тут есть Диана, которую нам нужно обязательно с вами как-то будет замансить. Сейчас будем думать, как это сделать. Диана появляется в последний момент, не успевая на нее отреагировать, но у нас есть еще одна попытка. Удирка падает. Но тут остаются ребята Т1, мы должны с ними справляться. Угу. Не так много урона у Зайры, больше контроля. Там Генса, Сёц. Приходит Т2 Вейн. Если мы ее и будем ставить, то будем ставить, скорее всего, для закрытия фуготенов. Ставим сюда на бэклайн Бренда, чтобы он как раз-таки брал фокус Дианки на себя, чуть-чуть в сторонку его. И нашего основного керри вообще в другую сторону. Ну и всю пачку вообще в другую сторону, чтобы Диана до нас не достала. У него еще появляется Риэл. Очень сильный парняга. Ну и назад немножко закидываем чемпиона, чтобы он ловил хуки. Чтобы наш керри дрался до последнего. Дианка отдает свой ультимейт в одного. Второй ультимейт отдает в двоих. Тут идет пвпшечка между Гекой и Удиркой. Рядышком саппортит Сиджа. Диана еще раз промахивается своим ультимейтом по нашему керри основному. И мы это добираем. Четко. Дрейвен, ребят. Ну, понятное дело, мне этот Дрейвен не достанется. С перчаткой на этой стадии, когда все хотят закрывать свои там всякие крит-паки. Руку правосудия, которая тоже бомбезный предмет. Ну и просто это Дрейвен. Это Дрейвен. Это лига Дрейвена, ребят. И я принимаю решение забрать мечик. Восемь побед, дела идут прекрасно. Пока что. У нас три фигуры в Т2. Шестой уровень. Не сказать, что у нас очень-очень сильный стол. Просто нам фартануло с Т2 фигурами вот этими изначально. И с предметами, на самом деле. С предметами изначально нам повезло и не повезло. То есть нам не додали, но при этом вот сама синергия горелка и крит, она вот очень классная. Тут у нас появляется сильный олов. Скорее всего, эти предметы пойдут куда-нибудь в Люциана. Люциан крит-пак играется замечательно, но у него есть свои слабые моменты. Лучше все-таки дополнять туда шепот, потому что обтанковые цели, плюс если это какая-нибудь там Леона и есть рыцари с дополнительным порезом урона вот этого тикового, то Люциан, конечно, идет курить. Ну и плюс терновка одна прям выключает его крит-пак, просто выключает два предмета. И у него остается один титан. Критуля. Было бы, конечно, замечательно, но это уникальный предмет. Только один можно закидывать. Решаю забрать здесь я Redemption, по-моему. Да, здесь правильно забрать Redemption. Да-да-да, здесь Redemption будет, и это отправляется на Сиджуане, на нашего танка. Мы будем защищаться как раз-таки от урона, сплэш-урона, в том числе, кстати говоря, от Люциана. Ну и сустейны. Сустейны замечательно. Приходит Джакс, закрываем с вами латников, скорее всего. Угу. И можно вернуть Бренда. А может быть, кстати говоря, было бы лучше кошку докинуть. Ну, Бренд такая фигура, вот он уже в двоих отдал свой ультимейт. Он очень быстро раздает ультимейты. Даже Т1 он мега полезен.
режет дефы. Ну и этот тиковый урон приятный. До 40-ки аккуратно продаемся. Приходит Офелия, ребята. На самом деле, когда вы идете вот в какую-то конкретно сборку, она есть у вас в голове, забирайте альтернативу обязательно. Обязательно забирайте альтернативу, потому что Дрейвен, вот допустим, сейчас как-нибудь ситуация повернется, он даже на 8 уровне с 25% может не заходить. Поэтому я держу в голове, что вот мы можем играть Офелия вместе с Войной. Также у нас будет синергия Офелия Сиджуани на Предвестников Ночи. Будем там получать дополнительный щит. Заходит Кровопийца, то есть это возможно через него сыграть. Но тут зашел Дрейвен нам сразу же. Продаем, отдаем ему предмет. Кровопийцу, конечно, было бы неплохо. Это хороший предмет, но мне хочется собрать другого Дрейвена. Я имею право сейчас сидеть, терпеть, там собирать какой-то идеальный билд. У меня есть 100 хп, у меня есть серия побед. Даже если я проигрываю и в итоге собираю идеальный билд на Дрейвена, это будет лучше, чем я сейчас буду держать вот эту прям серию, выходить там в какой-то глубокий лейт, и у меня будет всякая херня на Дрейвене. Ну, на самом деле, кровопийца, понятное дело, это не какой-то ужасный предмет на него. Но мне бы хотелось все-таки сборку, где было бы много урона. Сустейна, когда у тебя очень много урона, то тебе сустейна будет достаточно от легионеров. Мы обязательно соберем Дрейвена в скорострелку Гинсу и Рунан. И посмотрим, что из этого выйдет. А может быть скорострелка Криты и Гинсу. Но обязательно скорострелкой, чтобы он стоял на своем месте, ловил топоры. И делал грязь. Постоянные вот эти вот усиленные тычки. Вижу убийц как раз на эту сторону, где стоит мой Дрейвен. Скорее всего, будем линячить отсюда. Подставляем под убийцу Наутилуса. Нет, остаюсь пока что здесь же. Просто на бэк еще докидываем дополнительную фигуру. Да, с той же стороны еще Удир есть, окей. Да-да-да, все правильно сделал, что остался здесь. Жук начинает нас кусать, это очень опасно, но жучок падает от нашего крита 100%-ного. И туда же отправляется Ноктюрн. Еще несколько тычек в Ноктюрна успеваем отдать. Ребята горят. Не хилятся. А! Нуха просто сгорел, ребят. Сиджуани его даже не тронуло. Просто перегорел. На тоненького, но это победка и Сиджа МВП. Ни в какую нам не хочет приходить Гикарим. Гикаросик. Кстати, господа, не забывайте, пожалуйста, про лайки. Не забывайте писать мне, я буду обязательно зачитывать. Не сегодня, но в следующем ролике я зачитаю комменты, которые вот у нас накопились. Обязательно самые интересные, пробежимся, все почитаем. Поэтому пишите, если хотите, чтобы я прочитал ваш комментарий прямо на записи. Ну и в целом, это действительно мне помогает и мотивирует меня делать для вас годноту. Чтобы вам было интересно, чтобы вам было хорошо. А здесь мы в мисс-позиции, к сожалению, Диана будет нас ультить. Хук идет Вейн. Очень-очень сильная Т2. Спасибо за подписку, кстати, Александр. Сильная Т2 Сиджуани. Ой, Сиджуани, говорю, Риэл, но быстро отваливается. И там одна тычка буквально в Диану. И Диана тоже до свидания. Здесь есть терновка, и это вот неприятно. Это то, что я не хотел бы бить стоять Дрейвеном. Потому что инфина у нас нет. И у нас получается просто голый Дрейвен. Т1.
Да, ребят, подписки — это здорово. Если вдруг впервые наткнулись на канал, то обязательно подписывайтесь на этом канале. Самое вкус, самое лучшее то, что есть в Teamfight Tactics на этом канале, происходит на этом канале. Вот мой контент на моем канале самый лучший на моем канале. У меня вообще самый лучший контент на моем канале. И я вообще самый лучший игрок на моем канале, кстати говоря. Ой, приходит Валибир, здорово. Я чуть не помню Валибира. А куда нам его? Пока что никуда, только закрываем Дрейва на Т2, быстренько на 8 уровне заролились. Да, появляется, кстати говоря, вот этот вот Люциан опасный. Плюс у него есть 6 сентинелов. Хорошие плотные щиты. Люциан начинает харасикать. Но упарывается в Сиджуане, который ему говорит: нет, дружище, ты не пройдешь. Ты не пробьешь. Валибир отправляется в помойку. Да, я просто что-то не помню его. Хотя он дал бы 400 здоровья на Сиджуане, 400 здоровья в себя любимого, и это стан там на 2 секунды. 2,5 секунды, по-моему. Пригорюнил, призадумался по поводу билда. Гека еще один Т2, Гека Т3. Это грустно. А вот Наутилус Т2, это прекрасно. И появляется трэш наконец-таки. В плохой позиции Рел. Будем сейчас ловить стан. Отвратительно. Это наше упущение в этой катке. Быстро-быстро накидывает Дрейвен. Но он всего лишь Т1. И мы быстренько его убиваем. Но по скорости, конечно, он меня поставил. И, кстати говоря, у него было 3 латника. 3 латника. Много в этом лобби жира. Там и Рел вот собралась у человека. Много жира, но Дрейвену как-то на это плевать. Со своим порезом, вот этим встроенным 50%, его очень сильно бафнули, я считаю. Не знаю, что сделать. Можно было бы Дрейвена убийцей сделать, либо Скирмишем. Скирмиш, кстати, Дрейвен мог быть. Кирмиш мог быть, но я выбираю все-таки сделать кровопийцу в него. Кровопийцу дополнительно будем что-нибудь закидывать? Давай, решайся. Да, это будет блубаф. Блубаф Дрейвен. То есть в чем прикол данного предмета на нем? Он быстрее скейлит ультимейт и быстрее летят вот эти вот страшные тычки. Усиленные. И критулю, конечно же, мы отдаем на МФ-ку. Возможно, эта МФ вообще будет золотая, поэтому на МФ-ке этот предмет висит очень хорошо. По 800 у нас летят заряженные тычки. Вот вторая тычка уже летит заряженная. Туда залетело 400. Ловите на 800. Девушка тоже ловите на 800. Просто пару тычек ей, до свидания. Золотая Тристана. Такие дела. Блубаф на нем смотрится неплохо, ребят. То есть, да, этот билд не самый лучший. Далеко не самый лучший. Но все еще жизнеспособный, а это то, что нам нужно. Трэшик золотой закрывает своего аметиста.
и золотой трэш, и дополнительно Гикарим. То есть человек упоролся в данной сборке именно в ролл чемпионов. Я считаю, это ошибка. Он остается без керри, но у него есть классные танки. Приходит Виежа. Тут появляется очень-очень опасный фидлстикс, ребята. Виежа с одной тычки падает. К сожалению, не добиваем с вами Пайка. Он дает нам стан. И начинается просто разнос моей команды. Плюс у этого фидлстикса есть еще две жизни, ребят. Одна жизнь идет от восставших, и вторая жизнь идет от воскрешалочки. Страшный чемпион с учетом шести убийц. Прям, ух. Еще один Дрейвен забираем. Тут у нас 4 латника. Дрейвен Т2. На 8 уровне он выбирает ролиться. Хотя на его месте я бы подумал по поводу 9. То есть ему не нужно сейчас на 8 уровне отдавать свою экономику. У него есть сильный Дрейвен. У него есть сильный фронтлайн. У него все в порядке. Просто иди на 9. Ролиться здесь нет необходимости. Если вы собрали сильную фигуру на фронтлайне, если у вас есть сильные керри, ребята, идите на следующий уровень. От того, что у меня сейчас закроются там какие-то вот фигуры, которые я могу здесь заролить, кто у нас остался? У нас остался трэш, у нас остался гекко, но я не стану прям мега сильнее. Они сами как-нибудь потихонечку закроются. А вот левел мне даст много. Да, тут есть как бы возможность доролить МФ-ку. Но опять-таки, есть возможность ее и не доролить, правильно? А уровень ты 100% берешь и 100% усиливаешься. Ну и сохраняешь возможность еще доролить на этом уровне какого-то золотого чемпиона. А если ты свою возможность вкладываешь именно в ролл сразу этого чемпиона, то ты прям гарантированно теряешь возможность выйти на 9. Такие дела возможности, ребят. Да, хочется Генсу. Хочется Генсу, но не может. Кстати говоря, вот здесь можно было бы забрать хэкстек на Виегу, который у меня уже есть на полке. Но я выбираю забрать Рабадон. Судя по всему, для МФ-ки. Да, Рабадон отправляется на МФ. Дрейвен Т2, еще один появляется у него. Обратите внимание на эту грязь. На 8 уровне он предпочел ролиться и вытаскивает 6 Дрейвенов. Еще у него остается экономика. Прячем дворяна. Таким образом, чтобы его не хукали никакие там трэши, никто. Ну и Виегу идет драться с Т1 трэшом. Успевают они вместе на скелете ультимейт. Одновременно. И трэш все-таки отдает свой хук на 1.5 секунды, по-моему, был стан. Ай-яй-яй, наскейлил прям на лоу трэш Т2 и выключает нас на 3 секунды. И таким образом этот Дрейвен побеждает нас. Ну и топ-урон был на Гекариме. А Дрейвен нанес 2 штуки. Дрейвен нанес 2 штуки. Это Дрейвен без урона, который бегает и ловит, не ловит свои топоры нормально. Ну и, конечно, там момент есть, что он с Ирелией подрался, потом всадники, которые блокируют тоже урон после применения своих умений. Приходит трэшик, забрать. Забрать трэшика, забрать. Принимаю я вот такое вот решение. Перекинуть предметы на Гекку, но почему-то вместо того, чтобы закрыть 6 фуготенов, 6 забвенных, я предпочел докинуть Валибира. Интересное решение. Валибир дает свой стан на 2,5 секунды из 10 оппонентов. И вот
интересно, да, правильно ли я поступил или нет. Стан на 2,5 секунды в шестерых оппонентов. Это много, ребят. Ну и здесь терновка, которую очень больно бить. В эту терновку мы закидываем по 170 урона, 200 урона, 190, 180. А вот и 300 урона прилетело на дополнительном времени. То есть даже вот в такого танкового геку с терновкой и с горгульей, даже в него Дрейвен продолжает наносить свой урон. Нет такой фигуры, куда Дрейвен не наносит урон. С этим порезом 50% это прям имба. Очень классный предмет к нам доходит. Хотелось бы всегда в лейте видеть вот такой вот предмет. Только не в том случае, когда у тебя уже есть лучезарная перчатка подобная. А так он всегда классно. Не стоит его недооценивать, сильный предмет. Такой же, как и ветерок в лейте, очень сильный. Приходит еще один Виего. Виего может быть Т2. И я решаю убрать Валибира и все-таки закрыть шестерых забвенных. Как бы нам заныкаться. Сзади ставим Вейн, чтобы ее, если что, хукали. Перчатку мы будем кидать на Виего и, ну, в общем, на три основные наши сильные фигуры. Первым делом нам нужно убить Джакса. Все здесь грамотно, все правильно против него. Что касается Дрейвена, он ловит стан на 1.5 секунды, по-моему. 1.5 или 2 секунды? Сколько там у Т1, я не помню. И мы благополучненько разбираем. Дрейвен красиво ловит свои топоры. 6000 против 8000. Тут на самом деле можно было бы забрать и Рунаан. Отдать куда-нибудь на Вейн, либо добрать еще одну перчатку и отдать на фронтлайн. Но я предпочел взять Нико и зачем-то сделать Т2 Виегу, возможно. Хотя могли бы придержать это Нику, эту помощь Нику придержать для того, чтобы сделать МФ-ку. МФ-ку Т3. У меня Т2 МФ стоит. По сути, здесь нужно 2 МФ-ки. И МФ Т3 будет очень сильно. И приходит к нам трэшик. Мы делаем Виегу, делаем трэша. Что касается позиционки, Дрейвен остается в том же углу. Он остается последним. Смещаемся в другую сторону, чтобы нас не напрягали. Сразу же забирать здесь Джакса. Не хочется воевать с этими сильными всадниками. Ну и Дрейвен отправляется в полет на 3 секунды. Большая его ошибка в позиционке. По итогу получается так, что он воюет с всадниками, которые режут там урон на 40%, ну и Ирелия режет урон. А у меня ребята сразу начинают расстреливать, во-первых, его сквишей фронтлайна, и потом уже идут по всадникам, когда с них падает баф. Ну и его ошибка то, что он трэша не ставит на другую сторону. С другой стороны, как бы трэш мне не опасен. Первый его хук все равно полетит в молоко, потому что у нас есть перчатка. Но вот своего Дрейвена он просто обязан дефать. Просто обязан. Поставить как-нибудь по центру, возможно. Но по центру может зайти Виего, да, забрать. Тоже такой момент. У него нету чемпиона с дальней автоатакой. То есть Дрейвена очень тяжело здесь спрятать. И, друзья, это гейм. Надеюсь, игра вам понравилась. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если так. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Мы будем обязательно еще собирать Дрейвена. Приходите на стрим и буду всем рад. Всем пока.